Ребят, всем привет! Сегодня затестим игру Dark Souls 3. Начнем, значит, как обычно, настройки графики максимальные. Разрешение 1080p. Сглаживание включено. Ну вот, сейчас можете наблюдать все настройки. Поверхность воды высокая, это самое максимальное. Немного поиграл в эту игру. Первую и вторую часть я не играл. Ну, в принципе, не помню. Может быть, играл раньше. Видимо, они достаточно... Yes, indeed. Странно, звук вроде тихо сделан. It is cold. Так. Введем никнейм. И звук надо будет потише сделать. Так, окей. Самое странное, что меня удивило в этой игре, это FPS. То, что на максимальных настройках он один, что на средних и высоких примерно одинаковый. А вот на низких там уже, да, там уже отличается сильно. Ну как не сильно, 60 FPS без лагов идет. Так, звук надо потише, наверное, сделать. Голос потише сделаю. Вот. Так, в принципе, 30 FPS. Ну, сейчас при записи, конечно, будет на кадров 5, наверное, меньше. Сейчас 38. 30-35 FPS, в принципе, идет эта игра на максимальных настройках. Кто не знает, у меня GTX 660 и i5 3570. И 8 гигабайт оперативной памяти. Не понял. А, во. Ну, видеокарта, как обычно, загружена под 99%. 58 градусов всего, что удивительно. Ну, до 60 все равно дойдет. Температура процессора, ну, 47, 49, 45, вот сейчас. Так, что я поднял? Ты будешь стрелять? Давай стреляй. Не пробьешь ты мой щит. А я тебя убью. Графика какая-то вот в серых тонах, какой-то вот такой вот, не знаю, не совсем она какая-то цветная, что ли. О, как с одного удара двоих убил. Не могу сказать, что меня эта игра как-то зацепила, но вот так как это РПК, ну в принципе так, можно, конечно, поиграть. Так, поворачивайте назад. Там монстра сейчас будет. Оптимизация у этой игры, в принципе, достаточно достойная. То есть она не лагает, не висит, ничего. О, зря я туда пошел. Но думаю, на слабых системах как бы все равно она будет лагать, потому что... Странно, говорю, вот это FPS, то что на средних, высоких, что на максимальных настройках практически одинаково. То есть вот как разработчики, не понимаю, как они так портируют с консоли, да, то есть ведь это консольная игра, она недавно на консоли вышла и вот сейчас на ПК. То есть... Оптимизация вроде неплохая, но... Она не такая прям уж идеальная, как она должна быть на самом деле. Вот опять 5 гигабайт оперативной памяти. Опера на этот раз у меня, по-моему, закрыта. О.
Что за глюк такой был странный? То есть вот я не понимаю, то есть вот у человека, например, 4 гигабайта оперативной памяти. Получается, что она лагать у него будет, если она мне сейчас в данный момент 5 гигабайт жрет. То есть зачем вообще? Костер разжег. Опа! Ты чё еще не сдох? С одного удара. На батю руку поднял. Ты чё? Вы чё здесь расселись, придурки? Дай. Подкрепиться надо. В принципе, даже удивительно, вроде бы и с записи, что и без записи одинаковый FPS идет. Ну вот сейчас 30-35 FPS. Игра достаточно сложная, замочить какого-то монстра, ну я не знаю, просто может я играть не умею, но монстры что-то слишком такие неубиваемые какие-то. А может просто из-за того, что уровень сложности норм, ну хотя я везде ставлю такой уровень сложности. То есть вот в замесах даже ниже 30 FPS не проседает, и это все на максимальных настройках. Наверное, надо просто бегать от него так, уклоняться. Хотя это сделать не так, не так-то просто. Все. В общем, ребята, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.